Приветствую всех народ. Наконец-то мы добрались до Ашана с массовыми покупками. И сейчас я вам покажу в общих чертах, что мы взяли. И в конце покажу чек, как обычно. Во-первых, вот... Так, сейчас тут не видно. Во-первых, лук. Лук получился... Сколько у нас тут... 8, ну, 9 рублей за кило, здесь 3600. Вот. Это... Так, то, что на столе не вмещается. Так, вот такие вот макарошки. 4 штуки. Стол у нас маленький, поэтому не вмещается ничего. Вот, такие макарошки. Алиски. Значит, тут не видно. Сейчас. Вот такой целый феликс. Целую коробку. Тут разные сорта, там с разными этими самыми вкусами. Семечки. Нежаренные. Это для птичек. Вот. У Алиски еще отдельно не влезла, наверное, примерно такая же коробка. Тоже Феликс. И, по-моему, 4 или 6 упаковок такого Васьки взяли на пробу. Раньше такого я не видела. Так. К слову об Алиске. Также вот такой корм тоже. Это первый раз берем попробовать. Доктор Клаудер называется. И вот такой вот. Это мясное ассорти. И мясное ассорти с овощами. Вот. И большой. Тоже хотели взять разные, но не было разных. Вот этот. Ну, я думаю, узнаете. Китикет, мясной пир. Тоже как бы других не было. Вот. Потом, от чего бы можно по порядку избавляться. Вот такой взяла чай ройбус. Ну, ройбус неправильно пишут. Ройбуш он называется. Это как бы моя особая любовь. Выключу лампочку, а то отсвечивает. Вот, ройбуш я обожаю. Заварной этот самый чайничек. А вот, это тоже как бы это я все себе взяла, потому что я только зеленый пью, и, честно говоря, пакетики меня уже достали, поэтому хочется нормальный заварной чай. Вот. Вот этот, кстати, вот эта фирма мне очень понравилась. Альманах, очень хороший, качественный чай. Вот, я взяла с лимоном и еще какой-то вот с ягодами. Там целый. Список. Сейчас почитаю вам. Да, если будет видно, здесь зеленый чай, крупнолистовой, кусочки плодов шиповника, ягоды черной смородины, лепестки роз, лепестки васильков, лепестки сафлора, лепестки календулы, ну и, правда, ароматизаторы земляника и лесные ягоды. Но с учетом всего остального, как бы, чай довольно качественный. Ну и любимый свой жасминовый, никогда ему не изменяю. А вот так, сейчас буду как бы отсортировать это все по порядку. Так, мама взяла себе курабье, она любит. Так, я взяла вот такие хлебцы с луком, 3 штуки. Потом что-то мне захотелось восточных сладостей. Взяла вот такой маленький чак-чак, 200 грамм. Так, еще взяла вот такие вот, появились необычные. Кстати, стоят недорого, что-то рублей 38. Не знаю, то, что клюквенные стоят где-то 45 или 46. Попробуем. Так. Так, вот это тоже мама себе взяла. Что это такое?
Не вижу, что это. Брауншвейгская, что ли, колбаса. Да, вот, брауншвейгская колбаса. Так. Ну, вот, собственно, вот эта вторая и вот еще третья. А вот. А еще я взяла тоже, как бы, раньше не видела, но как увидела, вот, взяла такую вот основу для пиццы. Тут две штуки, 60 с чем-то рублей, кстати, очень выгодно получается. Продолжим. Мама брала себе казинак арахисовый, 72, здесь две штуки, две упаковки. И точно такой же я себе брала, но мне нравится из кунжута, тоже 72, чуть побольше вес, видите, тоже две упаковки. Потом это тоже мама себе взяла. И таких было две, не знаю, вторая или она съела, или затерялась где-то. Вот, и такой кексик столичный с изюмом. Это как бы из всяких плюшек сладких. Так, сейчас я развяжу. Так, у нас мама еще взяла кофе. Такое, но она все подряд, в принципе, пьет. Просто берет то, что ей нравится. Так, мне вот нравится, мне вообще любой Хайнц нравится. Ну вот, в принципе, итальянский довольно вкусный. Ну, естественно, классический. Вот, потом вот это тоже видела у многих в обзоре, решила взять попробовать. Взяла еще классический, он в другом пакете, сейчас покажу. Это с имбирем и корицей. Вот, в принципе, вкусный, вроде как без химии. Так, это сухарики для панировки всякой готовки. Так, вот, собственно, второй классический, я уже попробовала, вполне себе нормальный. И что самое прикольное, нет никакой химии внутри, то есть там никаких вкусовых добавок, ароматизаторов и прочего. Ну вот, несколько сырков взяла, два тирамису, две шоколадные картошки, два суфле и еще один вот такой затесался, как бы ни я не брала, ни мама не брала, наверное, просто упал с витрины и попал тоже к нам в тележку. Вот, потом приправу. Так. Ой. Значит, для рыбы, для шашлыка, для мяса, для картофеля и для картофеля. Для картофеля мне очень нравится приправа. Советую. Она, в принципе, и для макарон подходит довольно вкусно добавлять. Вот еще вот такая тушенка, но это, по-моему, не в Ашане, это я даже не знаю откуда, короче, мама где-то взяла. Вот тут мне захотелось рыбы горячего копчения, и я взяла вот скумбрию одну и вторую, вот две штуки. И мама взяла себе морковку. Она любит всякую корейскую гадость есть. Вот она взяла морковку. И тоже морковка какая-то странная, разная морковка. Короче, это то, что из еды. К сожалению, у нас просто маленький стол, поэтому тут все не умещается. Так. Сейчас, как бы мне... Вот, тут всякое, то, что, собственно, канцелярское. Во-первых, я увидела вот эту вот штучку, которую я хотела. Помните, я вам рассказывала то, что на кухне хочу поставить моющее средство, там положить губки. Вот, я тогда все взяла в экспрессе, голубую. Но голубая, она больше под нашу ванну подходит. Вот, тут я увидела вот эту, это 8 рублей, по-моему.
Вот, мама взяла себе маленькие коробочки для каких-то штучек. Они там с отделениями. Вот там три отделения. Вот, но они довольно маленькие, с ладошку размером. Так. Сейчас я отделю. Так, собственно, из канцелярии мы наконец добрались до нее. Вот я взяла такие небольшие а-ля новогодние наклейки. Здесь, походу, 24 штуки. Производство Ашан. Так, потом вот такие разноцветные стикеры. Вот. Не знаю, сколько стоили. Так, собственно, гелевые ручки. Это для моих раскрасок. Все-таки я там набрала себе вот такие флуоресцентные. Кстати, камера не передает, они действительно немножко такого ядовитого цвета. Так. Сейчас. Потом вот такие вот они с, как это сказать, с блестками. Тут видно, что ну, как бы сами колпачки блестят, и как бы ручки тоже блестят. Так. И еще вот такие тоже тут золотое, бронзовое, но они отличаются от этих, эти с блестками, а эти типа как перламутровые. Вот, и еще увидела линеры, тоже взяла на пробу. Вот, пока не хочу как бы из Китая дорогие заказывать, чтобы попробовать что-то маленькое. Вот, маленькие эти самые, как называется, файлы маленькие для кулинарных рецептов, для книги кулинарной. Так, потом вот эту штучку, это мою машину, ручка с клеевым основанием. Так, потом взяла тут четыре штучки разные, эти самые новогодние открыточки. Кстати говоря, обязательно подписывайтесь, потому что будет видео с розыгрышем новогоднего подарка. И там будет, то есть в подарок придет открытка. Какая-нибудь одна. Вот. Вот такую ручку еще взяла на пробу. Это типа как сейчас ручка гелевая, стираемая называется. Не знаю. Прям написано стираемая. Вот. Вот эта ручка. Так, потом мне нужен был этот самый. Господи, почему ничего не видно? Как она, штрих. Тоже давно за ним гоняюсь. Вот. Вот эту штучку хотела, нашла. Ополаскиватель для зубов с биокальцием. Попробую. Потому что у меня не всегда получается как бы ухаживать за зубами. Еще вот из еды потерялся творожный крем. Это с огурцом и зеленью. И вот еще из наших покупок. Две пачки опилок и 10 килограммов сахара. Так, вот, товарищи, получился вот такой чек. В основном Алискина еда все занимает, весь чек. Так, надеюсь, что было все видно. Все составляющие. Да.
Так, еще отдельная упаковка, и у нас было такие вкладыши, обои большие, на А4. Так, такие цветные папки, ну просто для файлов, я думаю, все знают, с одним прозрачной страничкой. Вот. Тут по настроению, кому желтые, кому оранжевые. Ну или других не было, не знаю. Обычная папка для файлов. Боже, где у нее тут лицо-то? Ну вы знаете, тут крепится. Вот. Такие кармашки застегивающиеся. Еще спереди есть кармашек удобный. Да, что-нибудь вставить можно. Визитку. Вот. И 4 текстовыделителя. А, еще маленький ластичек. Алиса! Что это такое? Лизит. Вот она. Ну а как? Дискуссию с вами веду, тут надо все вырезать потом будет. Вот, 4 таких, а это текстовый делитель, да, называется? Или нет? Хайлайтер какой-то, текстовый делитель. Вот, и все, это у нас получилось, вот. Господи, что-то кверх ногами все пошло. Так. Все, такие были покупочки. Так, товарищи, у нас еще отдельные покупки были. Короче, такие конфеты. Цитрон называется. А это нас попросили купить определенный список товаров. Вот такая грудинка жирная. Так, сейчас. Такая. Боже, что мне сегодня с этим самым? С резкостью. Совершенно не хочет. Вот. Так, значит, такая финская салями. Так. Такой бекон, такой бекон толстый, шейка, вот такая вот колбаса а-ля краковская, две упаковки селедки, нарезанные ломтиками, две баночки. Так, и две такие шоколадки тоже. Вот это отдельно, отдельным чеком. Вот у нас попросили определенный список купить. Вот такой чек. Вот. Вот такие покупки масштабные. Наконец-то мы совершили, можно сказать, оптовую закупку в Ашане. А то в прошлый раз так это и не получилось. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте пальчики вверх или куда хотите. Оставляйте комментарии. Мне очень важно ваше мнение. Все, пока-пока.